Мы живем в 21 веке, в веке высоких информационных технологий. Пришла ли эпоха модернизации в Воткинск, расскажем в нашем сюжете. 20 ноября 2017 год. Время 5:30 утра. Люди с 4 часов стоят в очереди за талончиками в зубную поликлинику. Большинство людей ждут своей очереди в машинах, но есть и те, кто приходит сюда пешком. Жители Воткинска имеют право на получение бесплатной медицинской помощи у стоматолога. Но в стоматологической поликлинике бесплатное лечение зубов получить не так просто. Сначала нужно взять талон, но для этого придется уже ночью занимать очередь. Достать талон очень сложно. Обычно, насколько я помню, на моей памяти, бывает 4 талончика, ну максимум, не знаю, может быть 5. И в принципе нет никакой гарантии, что ты получишь этот талончик. И теперь запись только через интернет, где тоже невозможно записаться, нет талонов. Ни в одну поликлинику, ни к одному врачу не попадешь. Ответ один. Через 7 утра. Это в регистратуре говорят. А по сути, надо с вечера ложиться тут, блин, на матрас и лежать. Сколько ни пытались записаться к врачу, даже по интернету невозможно записаться. Только в живую очередь, так и написано. Бессмысленно, по-моему, бороться с такой ситуацией. Бессмысленно. Если только платно, что может быть возможно. Мы решили узнать, можно ли записаться к специалистам через интернет. Посмотрев расписание на текущую неделю, увидели, что номерков к одним врачам нет, а к другим запись через интернет отсутствует. В расписании на следующую неделю такая же ситуация. Каждое утро так. Каждого, пока номерок не достанется. На молодежном форуме в Сочи президент России Владимир Путин сказал, что систему здравоохранения нужно организовать так, чтобы каждый человек имел доступ к бесплатным услугам. Почему в Воткинске взять талончик на прием к зубному врачу равносильно выигрышу в лотерею? А может быть, местная власть заинтересована в развитии платной медицины? Вопрос остается открытым. Виктория Матанцева, Андрей Котляков, Воткинске.